Здесь мы объединяем мировой опыт. Здесь мы предоставляем мировое образование. Здесь мы предлагаем мировое счастье. Здесь мы приглашаем в гости весь мир. Наш Анатолийский международный лицей «Имам-Хатиб» имени профессора доктора Мухаммеда Хамидуллы был открыт в столице Турции Анкаре в 2017 году с целью подготовки квалифицированных специалистов, развития сотрудничества и культурного единства между мусульманскими обществами, навеянными ценностями цивилизации. Наша школа имени великого ученого и известной личности 20 века Мухаммада Хамидуллы усердно работает, чтобы воспитать поколения, которые будут достойны его имени. В нашей школе, ставшей домом для выдающихся студентов Турции и всего мира, реализуются две отдельные программы — международный проект «Имам-Хатиб» и проект общественных наук. Международный проект «Имам-Хатиб» создан с целью развития образования, культуры и сотрудничества между мусульманскими обществами и представления турецкой исламской культуры и цивилизации всему миру. Для обучения студентов, которые в дальнейшем будут работать в различных направлениях, особенно в области исламского образования, посредством экзамена отбираются студенты из 108 стран мира. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله Религиозный фонд Турции «Дианет» и Министерство образования совместно с Главным управлением религиозного образования взяли на себя расходы на транспорт, жилье, здравоохранение и образование студентов, получивших право обучаться в нашей школе. Таким образом, наши студенты ведут учебную жизнь в безопасности и комфорте, чувствуя себя как дома. Для реализации основных целей международной программы «Имам-Хатиб» в нашей школе проводятся мероприятия, направленные на создание атмосферы братства и дружелюбия. Благодаря проекту «Эксперты страны» школа хорошо знает географию ислама, а специалисты в своих областях проводят для студентов семинары. И еще одной программой, по которой мы готовим студентов в соответствии с мировыми стандартами, является проект «Общественные науки». Для начала обучения по этой программе будущие студенты сдают экзамен, после чего в соответствии с возрастом студентов опытные и инновационные учителя обеспечивают их квалифицированное обучение. Для всестороннего развития и обучения студентов наша школа располагает оборудованными лабораториями, классными комнатами, спортзалами, а также спортивными площадками на открытом воздухе. Мы объединяем наших студентов искусством, которое, как известно, является универсальным языком. Изучая наряду с турецким английский и арабский языки, вместе с тем наши ученики имеют отличную возможность практиковать свои языковые навыки в живом общении с другими учениками, носителями английского, арабского, русского и французского языков. Полные решимости добродетельные студенты, связывающие свое будущее с мечтой о процветающем мире —
Учителя, которые счастливы работать в нашей школе и стремятся быть полезными для своей страны и всего человечества. Родители, которые поддерживают методы, применяемые обучающим персоналом, и другие заинтересованные стороны, которые мобилизовали свои возможности и опыт для нашего развития. Все это ждет вас в Международном лицее «Имам Хатиб» имени профессора доктора Мухаммада Хамидуллы.